Пришли, в общем, мои кроссовки, я заказывал. Та-дам! Разноцветные. Кайф, я тебе сдал черные. Я пробил стеклянный потолок. Это история выхода из сценария, в общем. Смотрите, рассказываю. Я купил черные кроссовки, они были на $20 дешевле. И только из-за этого взял. Я взял, проснулся с утра и думаю, блин, я не хочу эти кроссовки. Я всю жизнь экономлю, и это вообще моя проблема. То есть я сэкономил для своего внутреннего ребенка $20. Я на $20, не знаю, арбуз покупаю, я могу поесть на $20 в день, но почему-то вот с одеждой надо экономить, да? Из-за этой экономии я столько денег потерял. Я не знаю, на квартире сэкономил на риэлторе и продал, блин, на квартиру на 80 тысяч, вернее. Я потерял 80 тысяч долларов за квартиру из-за этой экономии. Да, то есть на акциях, помнишь, я там сэкономил и потерял столько денег. То есть у меня экономия вышла мне таким боком, наверное, в 100 тысяч долларов точно вот за этот год. Как бы, но я продолжаю. Понимаешь, что это сценарий? Экономить. Я не могу не экономить. Наверное, это там стратегия выживания была в детстве у меня, да? Я вот и купил кроссовки все черные. Они мне не понравились, и там на чеке было, я выбил скидку еще там 10%, и мне менеджер разозлился и поставил, нельзя сдать, в общем. И я, блин, такой вообще на утро просыпаюсь, думаю, нафиг я купил кроссовки, но я поехал, преодолел свой стыд, сдал, приезжаю и, в общем, заказал на сайте Nike. Ну, хорошо, что еще вернули. Самое прикольное, что эти кроссовки на сайте Nike оказались еще дешевле на $20. Чем эти черные? И я заказал себе носки за $22. Для меня тоже, для моей схемы бедности, это ровно. Я первый раз себе носки Nike купил, крутые фирменные, да? И за $22. Но самое прикольное, что я их даже не за $22 заказал. То есть я их за $6 в итоге заказал. Почему я их заказал, кстати? Тоже из экономии. Так бы я заплатил просто за доставку отдельно, да? В общем, мне вышло еще дешевле, ну, чуть, как бы, с носками чуть подороже, чем еще кроссовки, но все равно они дешевле нам вышли. То есть вот выход был из сценария, я все сделал, отказался от не моих кроссовок, и в итоге их еще дешевле купил, и они разноцветные. Для меня тоже наказание, что голос в голове говорит, ну, что ты как это, как пидор, блин, будешь ходить. Экономия сценарная, которая вроде как спасает тебя от бедности, а на самом деле в эту бедность загоняет, то есть ты теряешь деньги. В общем, пойдем сегодня мерить. Победа, ребята. Пойдем мерить, я прямо сейчас бегать пойду.